ребята, привет! Вы снова на канале Птичка Ресничка. Сегодня я с мамой буду готовить окрошку. Для этого нам понадобится минералка, колбаса, огурцы, редиска, укроп и лук. И еще нам нужно сварить яички и картошку. И еще нам понадобится майонез. Нарезаем укроп и лук. Нарезанную зелень в кастрюлю. Нужно выжать сок с зелени и вот так ложкой подавить. Сейчас чистим свежие огурцы. Очищенные огурцы нарезаем кубиками и картошку. Нарезаем редиску. Редиску можно почистить, можно оставить красненькой. Мы оставляем красной. Также нарезаем кубиками. А я пока чищу яички. Нарезаем кубиками яйца. Или продавливаем через такой сеточкой, как у нас. Быстро и удобно. Эта штучка называется яйцерезка. Но мы через нее все режем. И картошечку, и колбаску можно, и яички. Колбаса для окрошки нужна без жирка. У нас сегодня докторская. Также нарезаем ее кубиками. Нарезай. Дави через сеточку. Колбаса для окрошки много не нужна. Примерно 200 грамм. Окрошка, она считается больше овощной. Ну, мы для насыщения... Для придания вкуса добавляем колбаску. И колбаска у нас очень вкусная. Можно вместо колбасы можно еще добавить сушеную воблу. Тоже будет очень интересный вкус. Похоже на оливье. Но это не оливье, это окрошка. Угу. Теперь все тщательно перемешиваем. Для окрошки мы взяли минеральную воду и синтеки 4, потому что она соленая. То, что нужно. И можно еще добавляем 2 бутылки минеральной воды. Это будет литр. У нас 4 литра в кастрюльке. Ох, какие пузырьки шуршат, послушай. Прикольно, да? На, попробуй.
Теперь крошку мы не солим, потому что у нас минералка соленая. Можно еще для крошки использовать синтуки 17. Они тоже солененькие. Очень соленая бутылка. И последний идет майонез. Добавляем и перемешиваем, чтобы консистенция стала похожа на молоко. То есть майонеза мы добавляем много. Всю пачку. Мешаем сначала. Вкус не испортится, если переборщим. Будет еще вкуснее. Давай, помогу. Нет, я. Наша окрошка приобрела белый цвет. То, что мы и добивались. Вот видите, на молоко похоже. И пузырьки. Сейчас мы ее хорошо размешаем и уберем в холодильник. На час. Ну, можно на час, можно чуть меньше. Чтобы кастрюля стала холодной, потому что окрошку нужно есть холодной. При холодной. Все, очень быстро, легко и просто. Убираем в холодильник. Сейчас я буду пробовать окрошку. Вкусно. Пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.